тоску. А в глазах тоска. Вечера проводил на кухне. Курил много, без ментола, но тонкие. Смотря на книги в своей бетонной коробке, мечтал о ребенке. В 20 лет первый приступ легкий. Забывал. Забывал и не мог простить. Забывал и не мог простить. Забывал пароль явки, а время шало удавкой. Удачу прятал за пазуху, хотя сам прыгал под лавку. Но не имел, морального права ее отпустить. Он был слеп. Он смотрел на мир глазами прохожих. Они похожи, они одинаковые. Но просто кто-то моет ноги в раковине, а кто-то ездит на Прадо. И он прав. Да? Он прав. Под звуки радиорулки, уже завершивший свой век, вытянул руку, поймал маршрутку, он самый первый до площади, где можно последние туфли почистить от снега. А там толпа, все в масках, радуются. Праздник! Все больны! Все больны атмосферой и смотрят на сцену, с которым 13-летняя девочка с глазами полной стервы читает свою очередную поэму о своей собственной Третьей мировой войне. Но мы все равны. Мы все равны. А так хотелось бы чуточку лучше. Кого-то выяснить, что-то послушать. Укутаться пледом по уши, накидать хлам в душу. И быть лучше, той комнатной мыши, нашей давно уже ушедшей страны. Но мы все равны. А так хотелось быть многообразным. Рядом с разными ругаться русским матом. Так не по-разному. Со сдвигом башкой по фазе. Мечтал в каждом оттенке красного. Читал каждую новую заразу. Давно уже ушедшей нашей войны. И он один. Один. Как Маяковский 24-го. Какого-то черта писал свою личную Библию в августе. Теряя последнюю женскую ласку, стирая фамилию в паспорте. Да, его меняли. Меняли, как в старой девятке меняет запаску. Залепили рот пластырем, на пистоле особо опасен, все.